страшное. Что? Страшное несчастье. Александр Порфирьевич. Ну? Нет. Не могу. Да говорите же. Александр Порфирьевич. Бородин скончался. Что? Да, внезапно. Не понимаю. Он же завтра обещал быть у меня. Да. У них был вечер. Бал. Костюмированный. Он все время смеялся, танцевал, хохотал, а потом вдруг упал, и все. Невозможно поверить. Какая нелепая случайность. Это не случайность. Профессор Виноградов, вы его знаете, сказал, что человек с таким абсолютно изношенным сердцем не мог жить. Но ведь никто же не предполагал. Да, он казался таким бодрым, таким... таким... Как мы могли допустить до этого? Мы друзья. Как мы могли позволить ему изжить самого себя? Как могли? Как мы могли? А ведь я знал его лучше других и видел чаще. Как же это случилось? Почему я? Я не уберег его. Почему все мы были так преступно равнодушны, так слепы? Человек ходит, смеется, шутит. Чего же бояться? Никогда, никогда мы не понимаем ничего. Какую же гору он вез? А мы только подкладывали. Это наша вина. Это наша вина. Бедный Александр Порфирьевич. Что? Почему бедный? Катя, доктор велел лежать. Бедный? Он не был бедным. Он был богаче нас всех. Да, богаче и щедрее. Это мы растаскивали, разворовывали его душу, его жизнь. Это мы. Катя, помилосердствуй, воля Божья. Нет, нет, не волей Божьей он ушел. Это мы толкнули его туда. Его хватило бы и на большее. Боже мой, как убивали его волю, как отнимали его жизнь, как мучили его по пустякам, и даже не специально, а так, мимоходом, как отнимали у него время, силы, на пустоту, на грязь, которой он не должен был даже касаться. Проклятая, проклятая жизнь. Катя, я умоляю, ты убьешь себя. Убью? Надо бы убить. Ведь я могла позволить умереть ему, а сама... Полноте, ну успокойся. Господи, если бы ты... Господи, если бы можно было все вернуть. Катя! Никто не хотел понять, что у него было только одно человеческое сердце. И я. И я. Господи, если бы можно было все вернуть. Ведь все было так хорошо. Так радостно. 25 лет назад. Двадцать пять лет назад.
Пипина! Александра, я принес ему свежий товар. Такой товар всего. Такой товар не жалко накинуть 3-4 гроша. Пина, разве можно быть таким жадным, а? Ну какой товар, синьорина Прима? И потом, посмотрите на меня, синьорина. Я похож на дурака. Разве я могу упустить такую возможность? Ну кто еще, кроме сеньора Александро, согласится платить за каждую уличную песенку? Или вы думаете, что такие чудаки прям толпятся на улицах Пизы? Ах, Пина, не доведет она тебя до добра, твоя жадность. Ой, сеньорина, ой, доведет. Катюша, помоги мне скорее. Что такое, Саша? Сеньоры, дорогие. Осторожно. Ида, девочка моя. Она упала с ограды почти ко мне на руки. Теперь посмотрим, что с твоей ногой. Какое счастье. Сеньор, вы доктор? Да, когда-то я получил это звание, но по глупости мне свойственно отказался от него. Больно? Ничего, я потерплю. Потерпи, голубчик, одну минуточку. Вот и все. Все. Сеньор, она не будет хромать. Через неделю она будет плясать тарантеллу. А сейчас девочке нужно полежать и немножко прийти в себя. А потом мы ее отнесем домой. Вы не возражаете, сеньор? Ченчи, с вашего позволения, сеньор Ченчи. Но я хотел бы знать, кого я должен вспоминать в своих молитвах. Как вы? Вы не знаете сеньора Александро? Да такой сеньор еще поискать! Пина, 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 уймись. Я молчу. Я работаю в лаборатории ваших великих соотечественников. Де Лука и Тессинари. О, сеньор знает этих замечательных химиков. О, сеньор тоже химик. Нет, не верьте ему, сеньор Ченчи. Это просто невероятно легкомысленный человек. Но где уже будет у вас такой серьезной наукой, как химик? А это моя невеста. Приятно. Ее зовут сеньорина Катрина или просто сеньорина? Пина. Пина, ну-ка расскажи, чем занят сеньор Александро? Сеньорина, ну что, это же секрет. Ну, мы же здесь все свои, Пина. Слушайте, я честно зарабатываю свои деньги, сеньор никому ни слова. Пина принес что-нибудь новенькое. Такой товар, сеньор, первый сорт. Думай скорее. Деньги вперед, сеньор. Пина, где твоя совесть? Ну ладно, поверим. Слышишь, каравелла засвенела, каравелла закружилась, а в рассвете мчатся пары, словно ветер. Почему же ты так решила, Ида? Не знаю. И тарантеллу вы играли не по-нашему. Разве у меня мало огня? Нет, это не то. Я не знаю, как сказать. Ида понимает в тарантелле, сеньор. Вы бы посмотрели, как она танцует. И она права. Я сейчас тоже думал, это играет не итальянец. У нас не так играют. У вас... Вы рветесь куда-то.
А итальянец, он доходит до круга и отступает. А у вас нет круга. Там, где-то внутри, нет круга, нет этой границы. Я непонятно говорю, да, сеньор? Нет, почему же? Я понимаю, хоть я и не итальянец. Ида, попробуй отгадать мою национальность. Так. Испанец? Нет. Тебе все равно не отгадать. Я русский. Русский? Я никогда не видела русских. Неправда. Почему же? Ну, сеньор такой веселый и красивый. Да. Ну и что же? А русские все угрюмые, и у них белые волосы. А потом, разве они умеют петь и играть? Петь, угрюмые? Кто тебе рассказал все это, девочка? Разве это неправда? А ты знаешь, как поют в России? Ты такого никогда не слышала. Здесь так не поют, здесь песни любуются, а в России редко с песней радуются, чаще с ней плачут. Вы любите свою родину? Я тебя никому не отдам. Ты знаешь, я все время мечтаю, чтобы ты стал музыкантом. Совсем-совсем. Навсегда. Когда ты уходишь в свою лабораторию, к своей химии, то я теряю тебя. Я не могу тогда играть. Катюша, ну не могу же я совсем отказаться от науки. А от музыки? Мне хватит и не мною написанной музыки. И именно поэтому ты уже целую неделю пишешь свой квинтет. Это нечестно. Ты же знаешь, слаб человек. Его как ребенка тянет поиграть в игрушки. Саша, Саша, ты действительно неразумный ребенок. А я сегодня... опять был в соборе. Слушал орган. А я не люблю орган. Это великолепие как-то принижает душу. Принижает? Но там не нужны люди, одни века. Это страшный храм. Катюша, родная, ты только подумай. Разве можно построить храм с холодной душой? И мне кажется, частица души каждого, кто создавал эти храмы, живет в них. И так во всем, к чему не прикоснется человек. Мне кажется, в этом и есть бессмертие человеческой души. Какие мы с тобой разные. Знаешь, мне иногда бывает страшно. Мы как люди разных миров. Какие мы с тобой одинаковые, родная. А без тебя меня просто нет. Письмо? Да, от Боткина. Из Петербурга. Великолепные новости.
Сечеров вернулся из командировки и опубликовал свои рефлексы головного мозга. Благодарная Россия объявила его безбожником и чуть ли не бандитом с большой дороги. Менделеев ждет не дождется, когда его предадут анафеме. Между делом закрыли Петербургский университет. То-то полиция радуется. В крепости, говорят, уже и мест не хватает. Катюша, родная, поедем домой. Вот сейчас соберемся и поедем. Ты сумасшедший. Ну как так вдруг? Здесь моя работа уже кончилась, а там сейчас таким сквозняком потянуло. В академии гул стоит. А Зинин, дорогой Николай Николаевич, обещает мне курс лекции и лабораторию. Ну вот видишь, ты вот опять только о своей химии думаешь. Катюш, ну я же не злусь, я понимаю. Боткин пишет, что у него специально для тебя музыканты собираются. А ты помнишь, как фонтанка пахнет часов в 6 утра? Часов в 6 утра я еще сплю. А разве она как-то особенно пахнет? Конечно. А петербургский туман, как он пахнет в марте, весной? Чистотой, свежестью, какой-то сосулькой прозрачной. Катюша, родная, поедем. Господа, мы сегодня впервые встречаемся с вами в этих стенах. Впереди много таких встреч. Мне хотелось бы, чтобы каждая из них приносила свои плоды, чтобы каждая из них была для вас ступенькой в будущее. Я хочу спросить вас не как студентов, а как будущих служителей науки. Проверили вы свое сердце? Ясно вам, зачем вы здесь? Понимаете ли вы, что отныне и до конца своих дней цель вашей жизни – это человек? Да, не хирургия, анатомия, химия, а именно человек. Для вас не должно быть ни богатых, ни бедных, ни больших, ни малых людей. Вы идете к человеку, друзья. Вы призваны помочь ему.
не театр. Начнем. Александр Порфирьевич. Ну вот и с первым причастием вас. Милый вы мой. Умница. Струсил, как мальчишка. Вспомнил ваши первые лекции. Как я к вам впервые в лабораторию входил, тоже дрожал. Фу, стыд какой. О, стыдно? Нет, этого стыдиться не надо. Вот если бы вы сейчас так вот вальяжно в развалочку вошли бы на кафедру, тогда бы я вас за ручку и в дверь. Вот вам Бог, а вот порог. Слава Богу, не первый год вас знаю. И люблю вас, как сына. Я, наверное, очень неблагодарный. Но я просто не знаю, как мне сказать, ну, и не надо, как я к вам... И не надо, не надо. Нет. Неужто я разных слов не слышал? Нет, я много слышал на своем веку. А сейчас вот я стоял здесь и думал, нет, весь я не умру. Нет, нет, ваша голова, ваши мысли... Ну, разве это не я сам? Ну, хоть вот кусочек-то, а? Знаете, даже как-то, черт тебе, жутко становится. А вдруг я действительно на бессмертие осужден, и на страшном суде побывать не придется. Николай Николаевич, я поглупел сейчас. Хорошо, ну теперь работать, работать, работать. Как у вас там в лаборатории? Время хватает, а? Александр Порфирьевич, давайте поговорим, наконец, откровенно. Вы хоть понимаете, какое дело сейчас затевается? С нами вы или в кусты запрячетесь? Да вы только представьте себе, Александр Порфирьевич. Люди из всех замшелых углов петербургских, они будут смотреть на вас и ждать, что вот свершится чудо. И оно свершится. Русская музыка откроет им свои тайны. Да неужто из-за этого жаль расшибить свой лоб? Неужто мечта наша о бесплатной музыкальной школе останется только мечтой? Сейчас все силы объединить надо. А вы колеблетесь. Я очень хорошо все понимаю. Поверьте, для меня это очень большая честь. Но ведь я же действительно не музыкант, я химик. Химик. Прошу, играйте. Играйте? Играйте, играйте. Финал, финал играйте. Thank you.
ведь это же талантливо, черт возьми! Вы хоть сами-то понимаете, что вы написали, дорогой вы мой? Мне очень приятна ваша похвала. Композиторство – ваше истинное призвание, и место ваше здесь. Человек с таким талантом, как у вас, не имеет права бежать от музыки, тем более сейчас, когда началась такая битва за нее. Именно. Музыка русская, истинная, великая, прячется по тропинкам неведомым, плачет по деревням русским. А где же мое собственное искусство, черт побери? Где те самые мужики, на чьем горбу вспоили и вскормили меня? Дреньки-бреньки все. Сочинительством занимаются господа хорошие. О цензуре вольготно. Глинка умер, Дорогомышский тяжко болен. Вроде бы и не с кем бороться. Он есть, господа хорошие. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа неразделим и вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Александр Порфирьевич, и не мечтайте, не отпустим. У него же совершенно не хватает времени, ты можешь это понять? Такое открытие уступить! И кому же, какому-то Кекуле? Да есть у него совесть! Слушай, ну неужели это так важно, кто первый опубликовал? Ведь открыл-то он! Но не успел, времени у него не хватило. Что значит не успел? Уступить первенство? Да ты с ума сошел! Нет, гораздо важнее, что он все-таки синтезировал. Да каждое наше открытие! Нет, я больше и говорить не хочу. Хотелось вам нотацию читать, а придется. Что же это такое? Есть, спать, пить. Вам времени жалко. А на заклятого врага моего тратить время не жалко. Да что время, время. Силу, энергию, фантазию разбазаривайте по пустякам. Да и не пробуйте, пожалуйста, возражать мне. Вы вот сидите за фортепиано, а в этот миг, может быть, величайшее открытие лезет вам прямо в руки. А вы не замечаете, нет, вы поглощены гармонией. Но она поглядит, поглядит, да и пойдет в сторону и постучится к какому-нибудь Кекуле. А тот уже, конечно, не упустит, захватит. А вы в это время мазурочку сочините для забавы. Николай Николаевич, даже дорогой. Обидно. Вы понимаете, обидно, потому что, ну, человеку столько дано. Ведь все великие люди. Николай Николаевич, я не велик, я на всю жизнь останусь во втором ряду. Ого! Однако вы изрядно себя любите, голубчик мой. Во втором ряду. Да второй-то ряд – это вот самое существо. Вот тут-то прогресс и делается. А уж потом, когда тесно станет, когда накопится много первоклассных сил, ну, тогда выплеснет кого-нибудь наверх, в первый ряд, в гении. Николай Николаевич. Лучший из всех химиков, всех рядов. Ну, не сердитесь. Ну, пусть музыка останется, ну, хоть в чуланчике где-нибудь, а? Да ведь, ну, времени-то у нас ведь в обрез, понимаете? Ну, ведь жалко же. А на чепуху нашу не жалко? На все эти бумажки проклятые не жалко, а
попался бы мне тот, кто изобрел все эти циркуляры, счета, отчеты, всю эту гору бумажную. Конференции наши. Мухи дохнут, только и благо, что поспишь на них. Так, конференции академические вам помешали. А у вас в кружке что делают? Разговорчики о возвышенном. Николай Николаевич, если бы вы их знали, что это за люди, что это за музыканты. Я сижу и играю, и от стыда глаза боюсь поднять. Я уже клятву дал. Только слушать буду их. Твоего больше ни одной ноты. Никогда не прощу Боткину, что свел вас с этими вашими друзьями новыми. Вы думаете, человека нельзя разделить надвое? Чепуха. Бога ради. И не просите, только бы сил хватило. Теперь я буду Кощеем бессмертным. Ни одной минуты даром. Екатерина Сергеевна, очень плохо. Что? Она все время зовет вас. Александр Парфирович, ну, Бога ради. Что такое? Господи. Что с тобой, Катюша? Ты пришел. Я умираю, Саш. Сейчас, одну минуточку. Я не могу. Я не могу дышать. Сейчас, сейчас. Выпей вот это. Ну вот. И легче стало, правда? Это у тебя обыкновенный приступ астмы. Какая трусиха. Я знаю. Я видела во сне. Я скоро умру. Мне только тебя жалко. Да плюнь ты на все эти сны, на весь этот вздор, голубчик. Я знаю, однажды, когда тебя не будет дома, я вздохну и все. И не смогу больше. Во сне. Какую ты чепуху говоришь? Вот я тебя жалею, а, наверное, не надо жалеть. Ведь такая обуза, такой тяжелый груз на тебе. Да что с тобой сегодня, Катюша? Я такая жалкая, больная, ненужная. Я связала тебя, не даю тебе дышать. Родная, это у тебя просто истерика. Успокойся, тебе надо заснуть. Слышь? Я калека, я вздорная. Брось меня, Саш. Брось, я тебя на дно в трясину тяну. Брось. Вот. Опять. Саша, я не могу дышать. Саша! Катюша! Спаси меня! Катюша! Тебе надо заснуть немедленно. Слышишь? Ты засыпай тихонько, спокойненько. Все хорошо. Мы с тобой вместе. Всегда будем вместе. Родная моя, все хорошо. Государя императора. Боже мой! Началось, друзья! Началось! Убийца! Нет, нет, промахнулся. Да, но если бы промахнулся, наповал. Кто же это? Кто? Да.
Теперь пойдут хватать. Господа, все, что нужно, сжечь. Будто бы из студентов. Специально из Москвы приехал. Вечно это Москва. Господи, есть же герои. Где студенты Иванов и Богданов? Пока вы не ответите, мы не разойдемся. Мы требуем ответа. Что? Бунт? Вы смеете говорить со мной в таком тоне? Немедленно! Можно? Мы хотим знать, за что арестованы наши товарищи? За что их осудили? И кто донес? Что? Мало вам Чернышевского? На каторге рук не хватает. Что? Молчать! Кто посмел? Сами все захотели к позорному столбу. Позор тем, кто сослал Чернышевского. Погодите, дождетесь. Мало вам Каракозова? Еще будут! Если студент, произнесший это богомерзкое имя, через полчаса не будет стоять перед моим столом, то я, как ректор Академии, заявляю, выпуска в этом году не будет! Всем! Волчий билет! Всем! Простите, Александр Парфирович, я вас не ушиб? Нет, ничего, что случилось? Эти мерзавцы кого угодно доведут до белого коленя. По-моему, им можно простить тревогу за судьбу своих товарищей. Товарищи? Да вы понимаете, что вы говорите? Да я бы этих смутьянов каждого второго засадил бы в крепость. Вы знаете, о чем мечтают все эти Базаровы и Рахметовы? Вот уж поистину медвежью услугу оказал отечеству глубоко уважаемый господин Иван Сергеевич Тургенев. И все же брать под стражу ни в чем не повинных людей, это согласитесь... Не повинных? Я готов поручиться за них. Знаете, Александр Порфирьевич, вы или неисправимо наивный человек, или... Кстати, я давно хотел вам сказать. Вы читаете лекции в партикулярном платье. И это в то время, когда каждой складочкой надо утверждать незыблемость порядка. Я прошу вас, Александр Порфирьевич, помнить, что существует форма, и форма установленного образца. Благодарю за напоминание. Но насилие над волей, впрочем, в России... В России? Россия! Вот она, ваша Россия! Слышите? Так нежно в лесу глухом тихо спит глубоким сном сон сковал ей крепко очи, спит она и дни не знает, скоро ли
час ударит пробуждение. Ведь самое страшное, что действительно никто не знает. Милий Алексеевич, что с вами? Не знаю. А вдруг никогда? Я вчера долго не мог заснуть, какая-то чертовщина в голову лезла. Тихо, темно, бегают тени на потолке. И вдруг, откуда-то... Я лежу, пошевелиться боюсь, оно опять то ближе, то дальше. Я уши заткнул, а оно прямо в мозг. Так остро, назойливо. Безнадежно. Безнадежно. Голубчик, откуда у вас мысли такие? Не знаю. Не знаю. А только руки опускаются. Школу нашу грязью забросали. Каждый урок, каждая спевка, каждая репетиция кровью дается. И ведь не раньше, так позже, а слопает нашу школу музыкальная аристократия. Слопает и косточек не оставит. А заодно и Господь с вами, милый Алексеевич, что вы говорите? Милый прав. Уж так трудно стало, что хоть вой. Вчера зашел к Дорогомышевскому. Совсем плохо, старик. Да. Беда опять с Мусоргским. Ну что же вы молчите, а я тут сижу. Ну куда же вы пойдете? Куда вы пойдете? Ночью. Идти пока некуда. Мы сегодня были с Римским-Корсковым у него. Ну и что? Говорят, съехал. Куда неизвестно. Платить было нечем, оставил сапоги. Это найду у них впервой. И все перерою. Как будто бы последнее время не было за ним этого. С Борисом что, не слыхали? Лежит в цензуре. Нет, это просто невыносимо. Прямо хоть в петлю. Мирий Алексеевич, успокойтесь, найдем мы его. Выпейте что-нибудь. Вот он. Вот он, олимпиец. Вот единственный, спокойный, уравновешенный, нормальный человек в этом сумасшедшем доме. Всю страну трясет в лихорадке, а господин Бородин успокаивает. Валерьяновых капель всем, поголовно, немедленно, и делу конец. Вас бы в Элладу к древним грекам. Уж очень вы гармоничный для этой страны неприкаянный. А я не верю. Я не верю в это спокойствие. Почему вы писать перестали? После книжной ни строчки не можете. При всем вашем великолепном олимпийском спокойствии не можете. Нет, почему же могу? Я свидетель. Пишет, и изрядно. У меня репетиции назначены.
А где финал, где партии, переписчики такого напороли, что смотреть стыдно? Исправили? Так его, не жалейте. Если к субботе не будут представлены все партии без ошибок, то вы откажетесь дирижировать первой припаршивой симфонией захудалого дилетанта. Милый Алексеевич, дорогой мой, да чего же я люблю, когда вы меня ругаете? Да? Здрасте. Есть чему радоваться, а? Но мир, есть мир, чему мир, мир, мир. Все хорошо. Все здоровые, бодрые, веселые. Лихо отплясываем на стезе прогресса. Добрый вечер. Модест Петрович, слава богу, легок на помине, а мы так беспокоились. Почему? В чем дело? Мы были у вас сегодня. Случайно зашли. Я переехал. Мне там было неудобно. Ну, а что еще? Модест Петрович, что случилось? Ровно ничего, господа. За тем исключением, что мою оперу признали негодной к исполнению. Борис Годунов возвращен мне для водворения в мусорную корзину. В соответствии с именем, так сказать. Не может быть. Это недоразумение. Окончательно отвергли. Нет, почему же? Мне всемилостивейше предложено переставить все вверх ногами. Народную трагедию переделать в любовную фарсу. Пожелали даже успеха. Успеха в преступлении. Модест Петрович, не надо. Не надо. Боже мой! Ну когда же перестанут наставлять и исправлять меня? Подчищать и приглаживать? Когда же можно будет оставаться самим собой? Ведь каждый от высочайшего цензора до последнего переписчика считает себя вправе кромсать меня, диктовать мне. Ведь это же преступление. Ведь они живого человека хотят зарезать. Душу его топчут. Ну скажите, можно жить? Можно?
Модест Петрович, вам надо немедленно лечь и заснуть. Нет. Немедленно. Нет. Идемте. Идемте ко мне. Идемте в спальню. Это же преступление, господа! Слишком много ему дала судьба, да не вовремя. Да. У нас быть гением не приведи Господь. Вот природа не бывает такой безжалостной, как люди. И несправедливости она не терпит, и безнадежности. Вы понимаете? Господа, бесплатная музыкальная школа опять открыла свой сезон ранее нашего общества. И наша высокая покровительница, великая княгиня Елена Павловна, выражает свое недовольство нашей деятельностью. Да, наложили нам по первое число, сукины дети. Господа, по моим... Господа, обстоятельства очень серьезные. Хорошо бы приступить прямо к делу. Вот именно к делу. Я прошу внимания, господа. Мы сделали много. Положение школы господина Балакирева весьма шаткое. Но мы должны еще раз проверить наши силы и средства. Господа, с этим бесплатным заведением пора кончать. Да, конечно. Безусловно. Однако есть поводы и для огорчений. В субботу был назначен наш концерт. Но продано всего лишь 60 билетов. Концерт пришлось отменить. Подсчитаем бюджет. Господа. Да. По имеющимся у меня слухам. Да, слухам. Я предлагаю, господа, прежде всего обсудить программу концертов. Я боюсь... Ну, бояться нечего. Музыка в наш деловой век – коммерция. Мы можем и должны купить аудиторию. По имеющимся у меня слухам... Ну, итак, господа, наши расходы идут по следующим направлениям. Да. Первое – оплата иностранных дирижеров и солистов. Второе – оплата открываемых при консерватории бесплатных классов хорового пения и стипендий. Тем, кто перейдет в сии классы из школы господина Балакирева. Третье. Оплата чая и бутербродов вышеупомянутым хористам. Я против. По имеющимся у меня слухам, эти господа пьют чай у нас, а пить идут Балакирева. Ничего, господа. Если мы перетянем даже несколько человек, то бутерброды окупятся. Но при такой программе вряд ли окупятся. Классические образцы. Вы все высоких материй. Да к черту высокие материи. Выдайте этим голодранцам два бутерброда вместо одного. И я ручаюсь, что все прекрасные музы будут у вас. Итак, господа, четвертое. Субсидии журналам и газетам за соответствующие статьи, направленные на укрепление наших интересов. Пятое. Вознаграждение журналистам и другим частным лицам, защищающим наши интересы. Господа, я самолично купил двух пасквилянтов за копейку права. Итак, господа, шестое. Дефицит от дровых билетов, рассылаемых в Институту благородных девиц, Пажеский корпус и лицей. Как видите, господа,
мы имеем по-прежнему довольно объемную статью расходов. Но таково желание великой княгини. Я надеюсь, наше общее желание. Ну как же, конечно. Да, господа. Интереснейшая новость. Да. Небезызвестный господин Мусоргский Разрешили! Подписан высочайший указ об утверждении первых в истории государства российского высших женских медицинских курсов, о коих так хлопотал небезызвестный профессор Бородин. Ах, мой дорогой учитель, ура! Ура! Вот это действительно подарок. Нет, есть еще правда на земле. Никита, распрекрасный ты человек. Немедленно торжественный ужин. Тащи, что у нас там есть. Да у нас вроде ничего и нет. Как то есть ничего? Тащи. Сейчас мы такой пунш устрицусом устроим, чертям завидно будет.
Ну? Первый тост за курсы. За новорожденного. Дай Бог ему здравствовать и процветать. Дай Бог не знать ему ни горя, ни бед. Да рассыпется во прах враги его настоящие и будущие. Аминь. Алексеич, жалки, публика просто. Нет, нет, не надо. Не успокоиться ведь? Вы потушите свет в зале. Слабый человек рискнул встать против железной стены. Уж не заболели ли? Сколько концертов школы прошло здесь на ваших глазах, вы помните? Как же с первого, с самого первого помню. Вот сегодня. Сегодня вы слышали последний. Последний? На будущей неделе объявлено? Нет, нет, не состоится. Не состоится, это конец.
нельзя бороться с судьбой. Я же забыл. Я забыл, что я только червяк. И они раздавили червяка. И поделом, и поделом не возносись. Это конец. Это конец. Я знал. Я знал, что наступит конец человеческим силам. Я не знал, что он наступит так быстро. Боже милосердный! За что? За что? За что? Милый Алексей. Милый Алексей. Маслицам. Хорошо, что коль каша есть. А ты, дядя, откуда? Прохожий, а странник какой-то. Может, и странник. Вот посижу, водички попью и пошел. И завтра мне идти, на послезавтра идти. Это что же, завет, что ли, на себя какой взял? А может, и завет. А может, просто-напросто дурак. Хошь, не хошь, а странствую. Ну, поди, вольнее. Вот я и говорю, что дурак. Кого-то несет нелегкое. Вот не было печали. Посидели в холод. Ничего, это хороший человек. И петь мастак. А ты слыхал, что ли? Да я нет, говорят. Ну и цыц, знаем мы этих пивунов. Присматривается, небось. Добрый день, люди хорошие. Доброго здоровья. Можно мне посидеть с вами? Не помешаю? Сиди.
земля не наша сидит. Иду, слышу, кто-то так хорошо поет. Это не ты ли пела? Ну, чего ты боишься? А чего ей тебя бояться-то? Ты не волк, она не овца. Видишь ты, какой защитник у тебя нашелся. Так это ты пела? Ну, чего ты боишься? Вот не бойся, да не бойся. Да никто тебя и не боится. Теперь воля, что хочешь, то и делай. Ты меня по уху, а я тебя в рыло. Тебе медаль, а меня в кутузку. Воля! Веселись, народ! А ты с зубами. Идешь куда или здесь живешь? И не живу, и не пришел, а вот ходить по земле хожу. Хожу. Правду, значит, ищешь? Чего? А где ты эту правду видел, хороший барин? Поискать таково сыщется, но этим делом не занимаемся. Ежели теперь кругом человек человеку норовит глотку перегрызть, так тую правду давно с потрохами сожрали. Что? Не нравится, барин? Страшный я, да? Да уж не такой страшный, как прикинуться хочешь. А нового ты мне ничего не сказал. Спорить с тобой не хочу. А ты пой. Пой, Прасковья. А ты чего это карандашик-то вынул? А? Ты куда это нашу песню писать хочешь? Баба, не пой! Ты эту песню не трожь. На что она тебе? На баловство? Не про вас сложена ваша милость. Не пой, говорю, баба, циц! Ну, это ты уж любезный слишком. Что же, и песня твоя, и лес твой, и речка. Может, и природа вся твоя, не смей смотреть. Ну, видишь, природа ему надобна. А я вот взял бы эту самую природу, да подпалил. Да так, чтобы огонь день и ночь шел. И чтобы леса, и степь, и города, и вся наша эта жизнь проклятая в трубу в один миг. Что, не нравится? Спужался. Не бойся, не подпалю, начальство боюсь, больно его кругом много понатыкано. Да и березку жалко, за что ей ответ держать? Что сволочи развелось на земле, видимо-невидимо. О, прощайте, люди добрые, пора. А ты, баба, не пой, пускай сам поет, коли надо. Почему бабе не петь? Песня-то она вольная, не моя и не твоя. Живет сама по себе. Ты пой, пой. А ты пиши, барин, коли надо.
уж ты, Ванька, разудалый молодец. Куды ж едешь, отъезжаешь далеко? На кого меня кидаешь одною? С кем я буду эту зиму зимовать? С кем я буду темную ночку ночевать? Как он сказал, жаль березу, а то подпалил бы жизнь со всех концов. Песню мне пожалел. И ушел землю ногами мерить. Колючий человек. Правду ищет. Не хочет сказать, а ищет. Как грустно. Не могу писать иначе. Ты слышала здесь веселые песни? Много их? Письмо от Стасова? Да. Требует скорее, скорее, где ваши богатыри. А я с места сдвинуться не могу. Богатыри. Не могу забыть этого мужика. Не смеет, не может, по всем законам природы, не может такая сила, такая энергия пропасть даром. Ведь она в любом ученом, в поэте нашем, художнике. Разве все это с неба валится? Вздумалось природе ни с того ни с сего наградить талантом? Ничего подобного. А вот собирает всю эту волю, энергию, по крупинке собирает. А потом кому-нибудь в подарок. Как бы не так. Просто не может сдержать, полны закрома. Вот и просыплет то на того, то на другого. А сколько всего нас на костях да на душах русских. Хватило бы всем и надолго. Что это, набат? Ты посмотри, зарево. Какое зарево? Я пойду с тобой. Нет, я... останься. Быстренько приготовься, мало ли кто обгорит, расшибется. Я сейчас. Хорошо. Чего стоишь? Один! Один выводи! Кормильца! Покори! Покори! Ранка!
Помогите, не успокой! Крышу, крышу руби! Скотина погибает! Куда ты спрятала, прёшь? Скотина погибает! Матушка, глядите, человек скотину спас! Ой, убор, убор! Еще и чёрт давай! Ой, чужой кто? За чёрный! Погодите, погодите. Задохнулся, наверное. Нет, дышит, он живой. Слава тебе, Господи. Несите его ко мне и деду тоже. Да дед вон он идет, отдюжил. А что я пожарного огня не видал? Мы к этому привычны. Зачем встал? А чего ж не встать-то, коли ноги есть? Лежал бы еще два дня. Небось, не помру. Ну, как знаешь. За лечение, за хлеб, за соль, за ласку. Спасибо. А только оно мне ни к чему теперь это все. Выдюжил сам. Гордости в тебе. А нам без гордости нельзя. Без гордости мужик, что ёрш без колючек, всяк проглотит. Тебя проглотишь. Ну что же. Дальше пойдешь. А чего же? На месте сидеть грибами обрастешь. Вот я хотел спросить. Вчера вечером тут кто-то песню пел. Не ты? Я? А что, не понравилось? Да не. Не слыхал такой. А играл на ней больно громко. Фортепиано называется. Тяжелая. Как же ее за собой таскать? А зачем же ее таскать? А что ж только всю жизнь не будешь для себя на ней играть? Я мало играю. Я сочиняю музыку, а другие играют. Это... Что же это? Песни складываешь? Да. Хочешь послушать? Ну, послушаем. Днем влачить в плену бесплодно и знать, что враг терзает Русь.
Растревожил ты меня, барин. А оно теперь мне ни к чему. Пошел я. Да подождал бы. Поужинаем, а завтра утром и пойдешь. И в дорогу тебе соберем. Барин, на всю жизнь не наешься. А собирать меня нечего. Ни калека, ни нищий. Сам заработаю. А руки есть. Остался бы. Не держи меня, барин. Тебе спасибо, хозяйке твоей, поклон. И прощайте. Саша, плохие вести. Что, письмо от кого? От Стасова. Исчез Балакирев. Опять? Теперь совсем ушел. Как в скиты уходят, в контору на железной дороге. Пишет там деловые бумаги, никого к себе не пускает. Так. Я ждал этого. После Мусоргского очередь была за ним. Кто следующий? Саша, перестань. Он ведь жив. Это временно, это пройдет. Просто отчаяние. Просто отчаяние. Как все просто. Нет, не может человек жить без радости. Каждый день, каждую минуту должна быть радость. Саша. Почему? Должна же быть справедливость. Да что с тобой? Я боюсь. Обмана боюсь. Какого обмана? Я боюсь обмануть тебя. Себя, его. Я хочу в Петербург. Я хочу в свою лабораторию. Что я сделал? Меня ждут ученики, меня ждет Стасов. Сашенька, Саша. Что я могу, что я смею? Сколько у меня жизней? Я хочу, чтобы шел снег, была метель, елка, чтобы летели пробки от шампанского и горела елка, и никаких сомнений. Никаких сомнений, Катюша, родная, поедем.